Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Cadillac с небольшими повреждениями. Значит, повреждена задняя дверь, задняя арка, поцарапал немного пластмассовый порог. Все это мне нужно отремонтировать. Разбираю, снимаю порог, обшивку и начинаю ремонт. Прежде всего я буду выбивать вот этот кант, не самый крайний, а вот этот, чтобы не развалицевался тот. Но прежде я на всякий случай его прихвачу, чтобы он дальше не развалицевался. Сделаю контур двери и затем по этому контуру буду делать заднюю арку. Итак, вальцовку прихватил, чтобы она не убежала. И начинаю выбивать эти кантики. То есть делаю сначала контур. Контур двери. Итак, контур двери сделал, и теперь начинаю ремонт арки. Арку вытягиваю и затем при помощи споттера равняю. Итак, арку я уже сделал. Теперь буду приниматься за дверь. Дверь тоже буду равнять при помощи споттера. Thank you.
Итак, дверь тоже сделал, и на этом работы с железом закончены. Теперь я шпаклюю, грунтую, крашу. Ну что, дверька, крыло с аркой покрашены. Теперь осталось только полирнуть и собрать эту машину. Ну а теперь вы можете видеть итог моих работ, моего ремонта. И на сегодня, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!